Великомученица Шушаника, княгиня Ранская, была дочерью известного армянского военачальника Вардана. Из детских лет отличалась богобоязненностью и благочестием. Выдали замуж Шушанику за правителя пограничных областей в Грузии Варскена. Но муж ее предал веру христианскую и в угоду персидскому шаху стал идолопоклонником. Узнав об этом, святая не пожелала продолжать супружеской жизни с отступником от Бога. Она оставила дворец и стала жить в небольшой келье неподалеку от дворцовой церкви. И, решив твердо стоять в своей вере, несмотря ни на какие уговоры, угрозы и мучения со стороны мужа. В очередной раз отвергнутый Варскен избил святую Шушанику, заковал в кандалы и заключил в темницу в крепости, в коей 6 лет пробыла она и украсилась добродетелями, постом, бодрствованием, стоянием на ногах, неослабными поклонами и непрерывным чтением книг. Она сделалась духовной цевницей, освещающей и украшающей темницу. В крепости приходило много страждущих, и каждый из них получал по молитве блаженной Шушаники от Всеблагого Господа просимое. Бездетные – детей, больные – исцеление, слепые – прозрение. На 7-й год на теле мученицы открылись язвы, и она готовилась к скорой кончине. Перед смертью кто мог навестил святую? Всех она простила, благословила и сказала свои последние слова. «Благословен Господь Бог мой, ибо с миром и легла, и заснула». Представилась блаженная мученица в 475 году. Десятое сентября. День памяти великомученицы Шушаники, княгини Ранской.